Чиновники в сборе, представители ДВЖД тоже на месте. Сегодня у них традиционное весеннее деловое путешествие от станции Владивосток до Угольной. Цель такой встречи – оценить санитарно-экологическое и эстетическое состояние полосы отвода вдоль железнодорожных путей. Смотрите, что происходит. Да, вот с левой стороны прекрасное море, да, зона отдыха. С правой стороны вот такая неприглядная. Поехали дальше. Зоны ответственности по уборке территории четко определены. Рельсы и ЖД-станции обязаны содержать в чистоте сотрудники железной дороги, а все, что находится дальше шпала и опорных столбов контактных сетей, уже под ведомством районных администраций. Моргородок и на откос, который постоянно заваливает нас с правой стороны. Гражданами, отдыхающими у Катюши. Да-да-да. Вот вроде там и урны поставили специально, да, я помню, в прошлом году отрабатывали эти мероприятия, чтобы, значит, нет, все равно сюда вот заваливать, сверху все валится. Другая проблема – гаражные кооперативы. Рядом с такими постройками, как правило, всегда горы мусора. В свое время данные гаражи образовывались как кооператив от железной дороги. Что за кооператив, где документы? Не могу, нету документов. Хвосты даже найти не могу. Если нету, значит, надо убирать все. Документов нету, гаражей не должно быть. Но как бы чисто и быстро не убирались рабочие, практика показывает. Косогоры умело загрязняют сами горожане. И такая ситуация повторяется из года в год. Будем работать с частным сектором. Это же в основном частный сектор. Получается, здесь заканчивается территория колледжа и начинается частный сектор. И вот есть проход к морю, естественно, все отдыхающие, кто проходит, они там сбрасывают бытовые отходы. Отдых начнется летний, да? Народу очень много будет гулять по путям, особенно по путям. Страшно, вот эти места, как раз мы их проезжаем. Это молодые часто люди или на самом деле всех возрастов? Да, всех возрастов попадают. На поездку ушло 50 минут. Результаты проверки показали. Есть над чем работать. Самый грязный откос, конечно, это со стороны, начинается с моргородка, значит, до Седанки. Вот эти откосы, которые принадлежат, значит, муниципальной собственности, они, конечно, имеют неудовлетворительный сегодня вид. Сотрудники районных администраций приняли такую оценку к сведению и пообещали устранить все недочеты в рамках двухмесячника чистоты. Валерия Белоус, Игорь Болтов, новости на Восьмом.